Интересно будет выяснить, как именно взаимодействуют мобильный телефон и знаки зодиака. Ведь такой девайс уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Однако люди до сих пор по-разному к нему относятся. Если ты впервые на моем канале, то обязательно подписывайся и не забывай нажимать волшебный колокольчик. И после просмотра не забудь поставить лайк или дизлайк. Многие подбирают по знаку зодиака цветы, украшения, оттенки гардероба и даже автомобили. А что можно сказать про смартфоны? Для современного человека выбор этого аксессуара ничуть не менее важен. И сегодня я попытаюсь подсказать вам, какой именно телефон вам лучше положить в карман или в сумочку. Самое главное, не воспринимайте всерьез этот гороскоп. Если у вас что-то не совпало, то не обязательно ругать меня в комментариях или же обижаться. Просто напишите в комментарии, какой у вас телефон и действительно правильно ли я описал это. Ну а после небольшой рекламы мы продолжим. Что нужно, чтобы наполнить жизнь впечатлениями? Путешествие. Что нужно, чтобы впечатлениями делиться? Dream Sim. Удобная мобильная связь для тебя, любитель приключений. Выгодные звонки и интернет уже ждут тебя. Забудь про роуминг. Более 190 стран открыты для твоего свободного общения. Пройди по ссылке в описании и получи бонус 7 евро после заказа симки. Овен. Рожденный под знаком Овна амбициозный и нетерпеливый. Вас отличает активность и спонтанность в действиях. Поэтому любому электронному гаджету, принадлежащему вам, в первую очередь требуется высокая производительность и скорость работы. Ваша острая и требовательная натура нуждается в качественном устройстве с мощным процессором и хорошей многозадачностью. Обратите внимание на Samsung S9 или же OnePlus 5. Они подходят по многим характеристикам. Ведь Овен не может представить свою жизнь без мобильного телефона. Поэтому для них это средство коммуникации, развлечения и получения информации. Телец. Тельцы тонко чувствуют красоту и эстетику, и в то же время твердо стоят на ногах. Вы практичны, хорошо знаете цену деньгам. У вас отличная способность к планированию и принятию решений. И приобретая для себя гаджет, как и любую другую собственность, вы хотите быть уверенным, что он лучший в своем классе. С учетом всего этого советую присмотреться также к Samsung Galaxy S9. Или же Huawei P20 или P20 Pro. Смартфоны, конечно же, дорогие, но стоят своих денег. Кто, как непрактичный телец, может оценить выгодность такого вложения? Близнецы. Вы никогда не сидите на месте. Ваш беспокойный характер с неудержимой тягой к развлечениям нуждается в гаджете, который удовлетворит эту непростую потребность. Близнецов тянет к самовыражению. А есть ли лучший способ для этого, чем селфи? HTC U11 – смартфон с потрясающей селфи-камерой с разрешением в 15,9 мегапикселей. Ну а также близнецы не могут жить, конечно же, без телефона. Также близнецы не могут жить без телефона, потому что не могут жить без общения. Они способны часами разговаривать по мобильному и отвечать на новое сообщение в течение минуты. Рак. Рожденные под знаком рака – большие консерваторы. Вы предпочитаете знакомые и комфортные ситуации, поэтому вам подойдут простые, традиционные во всех отношениях гаджеты. Большинство раков очень не любят ходить по магазинам, предпочитают недорогие покупки и расстаются со своей техникой только тогда, когда ее уже смело можно списывать в утиль. Смартфон среднего класса Motorola Moto G55 Plus. Неплохой выбор для вас. Менее чем за 25 тысяч рублей вы получите все функции. Лев. Вот для льва телефон – это способ подчеркнуть свой социальный статус. Поэтому они выбирают только дорогие мобильники. Лев – человек действия и результата. Вы преуспеваете в делах и любите, чтобы на вас обращали внимание. Многие львы – настоящие фанаты технологий и стараются быть на одной ноге с самыми горячими трендами. Поэтому идеальный гаджет для льва, с одной стороны, высокотехнологичный, с другой стороны, популярный и, чего греха таить, статусный. Ну какой другой смартфон привлекает больше внимания, чем iPhone X? Или же iPhone 10? Сейчас меня будут исправлять в комментариях. Его обсуждают, с ним сравнивают, его критикуют, а недавно даже отлили из золота. Дева. Под знаком Девы рождаются профессионалы, четко знающие свои потребности и минималистичные в быту. Разумеется, у профи в руках одинаково хорошо работают и iPhone X, и Samsung Galaxy 9. Но для экономной Девы есть неплохой вариант из бюджетной серии. Смартфон Moto Z Play. Отличный девайс для делового человека. В долгих деловых командировках не придется беспокоиться, что пропустишь важный видеозвонок. Одним словом, хороший телефон не для ерунды, а для реализации четко поставленных целей.
Девы вовсе не зависимы от мобильного телефона, но они очень остро переживают его потерю, так как в мобильном вся их жизнь – фотографии, переписки, видео и так далее. Весы. Весы – главные эстеты зодиакального круга. Вы любите интеллектуальное времяпровождение, искусство, книгу, музыку. При этом вы постоянно находитесь в неуверенности и сомнениях. Вам сложно принимать решения в пользу чего-то одного. Вашим идеальным спутником станет сбалансированный гаджет, столь же производительный, сколь и изящный. А если он будет еще и хорошо звучать, то просто замечательно. Пока ваш друг-близнец щелкает камеры своего HTC U11, обратите внимание на предыдущую модель в этой серии – HTC 10. Тем более, что за 2 года он успел подешеветь. Весы очень любят красивые вещи, но не сильно к ним привязываются. Поэтому представители этого знака зодиака с легкостью прощаются со старой моделью своего мобильного телефона, меняя ее на новую. Скорпион. Скорпионы уверены в себе, страстные и оригинальные личности. Вы любите быть яркими во всем и часто оказываетесь первыми, кто притягивает к себе взгляд в толпе. Вы не против потратиться на свое имущество и часто выбираете вещи, которые задают совершенно новые тренды. Это справедливо и в отношении гаджетов. Поэтому обратите внимание на Google Pixel. Смартфон не только оригинален, но и позволяет вам оказаться в самом сердце разработки Android. Скорпион хранит в телефоне много секретной и важной информации, и обычно мобильный у него под паролем. Поэтому никто не может узнать, что на нем хранится. Стрелец. Под знаком Стрельца рождаются экстраверты, испытывающие жгучий интерес к окружающему миру, исследователи и авантюристы. Вы всегда открыты к переменам и готовы пробовать на зубок все новые тренды, адаптируясь к изменчивому технологическому ландшафту. Мечта среднего Стрельца – держать в руках последний писк в мире высоких технологий и громко рассказывать об этом всем окружающим. Конечно, лучшим вариантом здесь будут iPhone X и Huawei P20 Pro. Стрельцы весь день могут не упускать телефон из рук. Они воспринимают мобильник как своего друга, который в любой момент может помочь, то сфотографировать нужный объект, то связаться с нужным человеком. Козерог. Козероги экономные и любят простые, но элегантные вещи. Вот для кого трудолюбивый китайцы разрабатывают минималистичные смартфоны, которые проще купить, чем запомнить, как правильно читается их название. Приличное качество, умеренная начинка, небольшая цена. Что еще нужно человеку, чтобы делало что нужно и не мешало работать? С таким подходом можно порекомендовать, например, к Xiaomi Redmi. Козерог безумно редко пользуется мобильным телефоном. Иногда окружающие начинают думать, что его у представителей этого знака зодиака просто нет. Водолей. Водолеи мечтательны, креативны и любят развлекаться. Вы довольно упрямы, но в то же время гибки в принятии решений. Перед выбором любых покупок вы долго размышляете, рассматриваете различные варианты, но остановившись на одном, твердо держите своего мнения. Водолеи довольно собственнически относятся к своим вещам, в том числе и к гаджетам, и любят носить их с гордостью. Как следствие, водолею подойдет смартфон с хорошими характеристиками, желательно лучший на рынке. Проблема в том, что они все при определенном взгляде один лучше другого. Поэтому я оставлю здесь выбор за вами, водолеи. Думайте и выбирайте, сколько нужно. Я уверен, что вы сделаете правильный выбор. Ну а так как я сам водолей, я скажу, какой телефон у меня. Действительно, это сошлось. Это лучшая камера фон на 2018 год. Huawei P20 Pro. Я действительно этим телефоном очень доволен. Рыбы. Под знаком рыб рождаются мягкосердечные, но в то же время практичные люди. Вы не любите тратиться на материальные ценности. В то же время ваша природная мудрость помогает вам принимать верные решения, когда дело касается технологий и гаджетов. Вам понравится устройство, которое привлекательно выглядит, но в то же время недорого стоит. Это также телефоны из серии Xiaomi. Рыбы часами могут сидеть в своем телефоне. Они то переписываются весь вечер с друзьями, то сидят в интернете или слушают музыку. Если хоть немножко совпало, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И не забудьте написать в комментарии, какой у вас телефон, чтобы я сравнил, действительно ли это так. С вами был Смартик. Пока-пока. Что нужно, чтобы наполнить жизнь впечатлениями? Путешествие. Что нужно, чтобы впечатлениями делиться? Dream Sim. Удобная мобильная связь для тебя, любитель приключений. Выгодные звонки и интернет уже ждут тебя. Забудь про роуминг. Более 190 стран открыты для твоего свободного общения.
Пройди по ссылке в описании и получи бонус 7 евро после заказа симки.